Сколько у вас время? Не знаю. Часов 12. Покажи маникюр, он весь полован. Да, я была на «Голос дети». Я жду ваши вопросы, друзья, как всегда. Дела хорошо. Где сейчас находишься? О, мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Как вы думаете, где я нахожусь? Смотрите, там люди, где этот песок. Подождите, я потерялась. А вон, видите, там песок, и там сейчас люди. Далековато. Класс, я прикрепила комментарий. Это просто самый лучший комментарий, который я сейчас прикрепила. Поэтому я жду новые вопросы. Чем ты отбеливаешь свои зубы? Ничем. Где Яна? Где-то тут. Дела хорошо. Любишь мемы от фанаккаунтов? Обожаю. Что ты сейчас делаешь? Сейчас сижу, пью чаёчек. Как ухаживаешь за волосами? Ну, вообще было бы неплохо мне там всякие ампулы там повтирать волосы, чтобы они были более плотными, и там всякие на кончики штучки бы понаносить, например, не знаю, какие-нибудь. Но я этого ничего не делаю, поэтому я только мою их шампунем и бальзамчиком. Иногда маслом еще, а потом после пани. Как-то так. Да, я носила брекеты, какой щеткой чищу зубы, не помню, как она называется. Сколько дней еще будете? Послезавтра вечером улетаем. У тебя такие брови идеальные. Спасибо. Какая длина ногтей? Ну, вот так. А тут поломался. Это, ну все, я тебе счет там это на WhatsApp скинул. Новый. Да, ты озвучивала мультик? Ну, получается, если вы смотрели фильм «Энни» с русской озвучкой, то я там озвучивала девочку, самую старшую, которая там была, из подружек. Какой косметикой красишься? Очень много разной косметики. Нет, я больше не хочу на «Голос». Где берешь? Чем занимаешься во время перелета? Смотрю какие-нибудь фильмы, сериалы, слушаю музыку или сплю. А ты пятницу не видел, да? Ну, сейчас я еще 5 минут поведу эфир, понимаешь? Мы любим тебя и вас тоже. Пупусики. Позови Яну, Яна здесь. Как познакомилась с Никитой Тимохой?
Боже, это было очень давно. Сколько мне сейчас, 16? Ну, я тоже, да, читал, но я лет 6, наверное, назад. Я не помню, кто из них первый пришел в Республику Kids. Но, короче, вот, как-то мы начали общаться. Я не знала, сколько лет Никите. А потом, когда узнала, сколько ему лет, я была просто в шоке, потому что он выглядел очень-очень маленьким, а было ему лет 14 вроде бы тогда. Короче, это было забавно. Они классные, ребятки. Любишь Гарри Поттера? Нет, я не очень любила этот фильм, сериал, как это правильно назвать. Сейчас все, наверное, меня возненавидят. Знаешь, Никита, сейчас не дашь 18, ну да, это точно. Знаешь, пила супер, что? Я даже не завела ни одной сети сериала «Школа». И что, я тоже? Одну половину только. Или как-то... Да, сейчас пойдете. Пойдем сейчас собирать ракушки. Во-первых, у нас уже очень-очень. Да, их уже очень много. Сейчас, Ян, смотри, вон дождь пойдет. Тут так дождь идет странно. 5 минут пройдет и все, закончился. Непонятно какой-то. А им будет страшно. Тогда обратно, послезавтра. Если бы у тебя было 3 желания, что бы ты загадала? Очень сложный вопрос, не знаю. Сколько у вас там градусов? 30, наверное. Покажи ваш домик. Так, о, господи, упс. Ну, получается, это такая сетка. Здесь можно смотреть рыбок. Ну, или загорать. Это океан, там другие виллы, там спа. А вот это мое любимое, сейчас покажу. Это мой любимый вид. Я просто обожаю эти пальмы прекрасные. Ну, вот тут спускаемся. Халатики, лежаки, мы сняли с них матрасики, потому что может пойти дождь, вот так вот. Это колоночка. Закрыто, идем дальше. Это наша спальная. Кроваточка такая миленькая. Телевизор, единорог. Там мини-бар, ну как мини, большой бар. Там шкафы с одеждой, стол, обувь. Тут еще одна комнатка, шкаф. Ванная комната. Там душевая, нет, там душ туалет. Нужно показать. Да, давай покажем душ. Только там закрытая штука. А, нет, открытая. Вот, это такой душ. Смотрите. Очень красиво. Как-то так. Улетаем послезавтра. Ладно, ребяточки, я уже побегу, буду отдыхать. Всех целую, обнимаю, пух.